Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Не напишу о том». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Завистников здесь много, пруд пруди. Есть крылья у меня, и я взлетаю. Мечта взлетаю, грезы впереди. Есть крылья у меня, и я взлетаю. Мечта взлетаю, грезы впереди. Мне бы в страну любви она явилась. Поля налили, и поэт среди них. Я строчка отважной приземлилась, и сказка есть. Страна для нас двоих. Я строчка отважной приземлилась, и сказка есть. Страна для нас двоих. Цветы мне звезды, небо голубое, и сладкие объятия его. Свидание дивное, но святое. Страна желаний, больше ничего. Свидание дивное, оно святое. Страна желаний, больше ничего. Мечты, мечты, одна из них со мною. Она меня уводит в мир любви. И я туда иду с мечтой одною. Хочу испить желания свои. И я туда иду с мечтой одною, хочу испить, хочу испить желания свои. Не напишу о том, о чем мечтаю. Завистников здесь много, пруд пруди. Есть крылья у меня, и я взлетаю. Мечта взлетаю, грезы впереди. Есть крылья у меня, и я взлетаю, мечта взлетаю, грезы впереди. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Не напишу о том. Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».